Привет, ребята, с вами Валера, и сегодня мы прочтем сказку из книги Станислава Брейера «Руки». Итак, старина жила-была графиня с широкими ладонями и толстыми пальцами. Она очень переживала. Неприлично мне знатной благородной особе иметь такие крестьянские руки. Наверное, все аристократы посмеиваются. Вот однажды ехала она в карете мимо своего поля. А там у одной крестьянки ладошки маленькие, пальцы только маленькие. Работала крестьянка усердно, но не успевала за другими. А те над ней смеялись, что у нее руки такие маленькие, нелепые, и немного не наработает. Графиня ее спрашивает, почему? У тебя руки маленькие, как у графини. Такой не родилась, я попросила тебя. Давай меня. И вот тебе мои большие крестьянские руки. А ты мне давай свои. Крестьянка обрадовалась, и они поменялись. Вот графиня приехала домой, скорее стала новые руки мыть, запарить, кремами мазать, чтобы рукости не осталось. И поехала, на бал. Какие у него маленькие красивые руки. И вот сели за стол под крепинку перед танцем. Вот у меня такие аристократические руки. Аристократические — это у аристократов, это важные люди. Аристократ. Так, где? Откуда у нее такие аристократические руки у меня? Начала она есть, а новые руки не вилки, не ножа столового. Столового — это для полетела еда во все стороны и в соседи. От стыда покраснела. Но тут позвали на бал. Она хочет танцевать, да руки ни одного бального движения сделать не мог. Заплакала она. Рука легко да светло перекрестила графиню. Она удивилась, а руки принялись дом убирать, потом еду готовить. Успокоилась графиня, повеселела. Не знала она раньше, что заниматься физическим трудом бывает радостно. Физически надо что-то делать руками. Вот я, допустим, держу книгу, это физически понимаю. Физически понимаю. Так. Бывает радость. В это время прибегает та крестьянка. Вот, верните мне мои руки. Ваши хоть и большие, с виду прекрасные, а работать не умеют. Не хотелось графиня опять
Аристократическим столом. Так, где это сейчас было? Так. За аристократическим столом. Ножом и вилкой можно. И светло перекрестить умеет. И по хозяйству работать умеет. Другие аристократы тоже захотели. Начали ее учить. Привычные дела. Многие научились. И родившиеся новую хорошую жизнь начали. Еще как графиня в гости приходится крестьянка с маленькими руками. Они подружились. Сначала вместе пили чай, потом крестьянка, графиня, храбрая. Вот такая вот сказка. А у нас сегодня в следующем видео я прочитаю вам следующую сказку, которая идет в книге. Ну а я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. С вами был Голубинка, то есть Валера. Всем удачи и всем пока-пока! Класс! Всем пока!